и давай поженимся, как она в конце всегда передачу заканчивает, говорит, давай поженимся, а мужик из-за кулис орет, пошла ты, говорит, на. Здорово, дорогие друзья, но обычно в 19:00, да, как ни глянь, там они по будням под ужинок их бах, включил, честно признаюсь, любил посматривать, любил, но там бывало, такие вообще кадры попадаются, смех и грех. Шли, лет 5 шли, хлоп, пропали. Куда делись, хрен знает. Пропали без вести. Может, все сняли их с эфира, да, типа, уже исчерпали себя, заезжена тема. Ну и давным-давно пора бесовщину ту прекращать, подумалось мне и забылось. Забылось, а тут что-то дома оказавшись днем, ибо днем бываю редко. Обычно днем я кручу-верчу, заработать хочу. Бываю редко дома, днем я, но-то бываю, всегда стараюсь дела домашние какие-то поделать. А то полы помыть, а то пыль протереть. Ну, а тут что-то влом как-то вообще, неохота была. Лень, короче, лень матушка, духотень, лень. Включаю телевизор, хоть посмотреть, что там днем по телевизору-то кажут, по центральным каналам, интересно же, ёптать. Сидят три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Это экстрасенска, как ее, Гуза там сидит, и Роза из навоза. Ну, давай заженимся, кто не понял еще, передача. Любимая передача всех женщин и детей, и также престарелого возраста пенсионеров. Думаю, вон вы куда, оказывается, сетку эфирную передвинули, ну, ибо вечернюю, когда шло, да, там муж пришел, говорит, все, освобождай, мне футбол надо смотреть. Как? Футбол, а тут давай заженимся, тапок берет, иди отсюда, сказал, гадина, дай футбол посмотреть, целый день вкалывал, ёб ты не даешь. Вот, и гонял их, в общем, и они потом жалобу пишут, мол, ну что-то сделайте, но не дают смотреть любимую передачу. Сжалился товарищ Эрнст и передвинул на дневное время, вот вы, говорит, дома сидите, делать вам нехера, вот сидите, смотрите, в дневное время, это Гуза, Роза, экстрасенс, все в том же стиле осталось, в общем. Сидит мужичоночек, но не Дольче Габбана, не Версачи Келвин Кляйн, да, это обычный такой пиджачочек у него видно, бюджетненький, да, ну там магазин распродажи, ну чистенький, выглаженный, все, галстучек у него, мы с тобой смотрели, белая рубашечка, цветов букетик, сидит, говорит, ну, какую, спрашивает, невесту ты себе хочешь, ну, желательно, говорит, красивую, из Москвы, чтоб была. Значит, выходит первая невеста, то там невеста, конечно, я ядрен. Ну, точно не такую он желал. Хотя на лице улыбка, все, возрадовался, глаза загорелись у него. Вот. И ладно, мы первым делом там, как там маме помогали там в детстве, да, там бабушке помогали там с огородом, там туда-сюда, руки из того места растут, говорит, а вот если, говорит, карниз упадет, сможете завесить, ну, в общем, что-нибудь такое, бытовые бы вопросы, да, ну, чтобы понять, может, вот руки на месте, не на месте, что ценилось всегда в мужике, руки, чтобы из того места росли, так нет, она в первую голову это... А сколько у вас, говорит, зарплата в месяц? Первый же вопрос, Гуза это спрашивает. Сколько получаешь в месяц-то, ёпты? Ну, что ж, свои, говорит, 40 тысяч, говорит, чистенькими имею, выходит, говорит, сороковничек, выходит, говорит, на родном заводе, говорит, уж аж как уже 30 лет работаю, говорит, раньше, говорит, поменьше, но сейчас прибавили, вот округлили чистенькие 40 тысяч. И такой гордый, и радостный. Это, себе там смотрит на эту невесту-то, на невесту. А невеста сразу тоже сидела, вся сияла, да. Потом видно, такая, хоп, такая уже все такая погрустнела, такая вся вот. Бюст у нее уже куда-то туда. Ну, это Роза спрашивает, ну как, говорит, за сорокатышника-то пойдешь с подковыркой? Конечно, не пойду. И это Роза говорит, ну что ты, говорит, 40 тысяч у тебя зарплата, ты, говорит, в Москву, на московскую, говорит, программу, говорит, пришел, приперся себе невесту из Москвы искать. Ну что, говорит, пойдешь за сорокатышника? Невеста, нет, не пойду, извините. Ошиблась адресом, говорит, резюме, говорит, почитала, но там зарплату не указывает, а так бы вообще бы на передачу с ним знакомиться бы и не пошла. Пошла бы на другой эфир. Говорит, ну как, говорит, это, ну, я 40 тысяч, ты наверняка, говорит, тридцаточку получаешь. Ты ж видно, что женщина работящая.
Да я, говорит, это невеста-то, говорит, я ни хера не работаю, говорит. А что такое? Да не могу найти работу, говорит себе, потому что вот уже, как говорит, 15-20 лет, говорит, ищу, говорит, не могу. Нет места в этом мире, говорит, не могу найти работу. А этот мужик-то, ну вон у нас, мол, магазин, говорит, «Магнит», рядом, говорит, с моим домом, там, говорит, требуется, говорит, как раз он может туда пристроиться, говорит, недалеко. Два шага прошла, и ты уже на работе, говорит. Ты что, говорит, дядя, ёптать, говорит, ты с какого дуба рухнул, говорит, куда я тебе пойду, в какой магнит, ты меня видел, говорит, смотри, блин, мини-юбочка, все, а сама рожа, блин, еле в объектив помещается такая, сидит, блин. А на что ж ты, говорит, живешь-то, говорит. Ну, мы с мамой там, говорит, живем, ёптать, понятно, на мамину, мама обеспечивает, мама, говорит, вкалывает, а это же просто, говорит, за мамин счет живет в вечном поиске, поисковица, вечно ищет работу. Короче, и эта Роза еще спрашивает, там другие две невесты тоже сидят. Товарищи невесты, говорит, которые там сидят пока в кабинете, как говорят, вы пойдете за сорокатычника, говорит, нам продолжать телегу, говорит, эту передачу, или будем заканчивать? И прям хором говорит, будем заканчивать, будем заканчивать. Короче, мужик весь покраснел, у меня тоже рожа красная, да, но ничего, это я просто этот сок пил виноградный. С этим, как, с гранатом, гранатовый виноградный, рожа покраснела, а у него покраснело от стыда. Короче, он этот букет кинул, говорит, пошли вы, до слез аж, у него слеза, говорит, ну как так, говорит, я честный труженик, говорит, работаю, говорит, да какой ты, говорит, как ты будешь невесту обеспечивать, ёпты, а ведь действительно, дорогие друзья, и ведь, знаете, ведь они правы. Они правы, можно и сказать то, что они алчностью полны, да, а они, с другой стороны, ты и правы. На 40 тысяч сейчас, но себя ты еле прокармливаешь. Вот я один живу, однополовиночник. У меня спрашивают на стриме, друзья, когда ты себе вторую половиночку найдешь в красных сапожках, мини-юбочке, брюнетку? А хрен знает, а может вообще не найду, потому что это ответственность. У меня тоже зарплата примерно как у того мужика. И что? Получил, да? Почти десятку за кварплату слил сразу. И что? Ну, накормить ее, кормить только хватит. Да, ей же хочется и в театр, может быть, сходить, в кино, в суши. Сходи в суши, ёптать. Чтоб не отвалились уши. Оставишь 3,5 минимум там. И что? И потом чего делать? Лапу сосать? Халтуры? А где их взять-то, блин? Сейчас потому что кругу... Вроде бы они и есть халтуры, но там, знаете, какая конкуренция. Да и на основной работе так навкалываешься. Какие халтуры, доползти бы до дома, до хаты, ядрёный. Вот я говорю, поэтому вот комплекс вот этот вот есть тоже, да, вот как бы... Ну что делать? Ну такие зарплаты. Некоторые пишут, то что вот вы в Москве получаете 60 тысяч минимум. Мне писали на стриме, 60 тысяч минимум вы получаете. Да где кто получает? Я вон сколько знакомых, друзей спрашиваю. Ну, вот что было, вот как-то 15 лет назад зарплату подняли, да, планку 40 тысяч, средняя по Москве. Так она и до сих пор есть эти 35-40 тысяч. Ну, ни о чем же, да? Ну, и бабеночки, конечно, правы, и мужика жалко, конечно, нас, мужиков, жалко. Ну, стараемся мы, трудимся, блин, ну, неоправданно сейчас, вот, платят, смотришь, да, вот, работа.ру, ну, 35-40 тысяч зарплата работяга, ну, что делать, ну, и какую невесту, жену, да? Ну, если найдешь, да, работящую себе, там, женщину, да, еще, ладно, обеспечишь, да? Но я вот сторонник, ну, то есть, вы вдвоем работаете, получаете. Но там уже, там, где твои 40, там и ее там 20-30, уже можно жить, так сказать, да, и что-то себе там, какие-то излишества в виде там похода на кино там, а то и там в суши позволить. А если, ну вот я, как я, да, я сторонник того, чтобы вот моя жена бы не работала, пусть домашними делами занимается, там все, цветочки вон поливает, там за кисками моими ухаживает там. Вот, в общем, домашний уют, покой. А то представьте ситуацию, ты приходишь с работы замученный, она замученная приходит, да, нервотизация, негативизация, там сколько всякой головной боли, да, и друг на друга все это выплескивается. Это не жизнь ни хрена, это так себе. Вот я смотрю, когда двое работают, да, они приходят замученные, усталые. Вот, еще споры из-за того, кто будет готовить, поесть, а потом забивают, покупают замороженную эту едьбу, фастфуд не ходит.
ходят, фастфуд дорого, экономят, в рестораны тем более. Короче, я сторонник того, чтобы лапочка моя сидела дома, я пришел, да, вот все, борщок стоит там тепленький на плите, все, все убрано, пыль протерта, в общем, домашний покой, уют, тебя ждет женщина, отдохнувшая за целый день. Ну, уборка-то, это ж ни хрена не труд, это удовольствие. Поэтому она вот, убираясь каждый день дома, она отдыхает и получает душевное удовлетворение. То есть ты пришел, тебя встречают, накормили, пяточки тебе помассировали, да, кино включили, подмышечку она сюда залезла и сидит, а ты с ней сидишь, смотришь фильм. Вот она, я понимаю жизнь. Но пока я вот говорю, не готов, не готов, потому что я чувствую то, что на свою зарплату, ну да, есть женщины, они терпятся, слюбятся, как говорится, но все равно на душе будет как бы вот камнем висеть. Хочется любавушку свою там, например, сводить в Анна Монс ресторан, а ты не можешь, ядреныть, не можешь, потому что семейный бюджет так пододвинешь, мало не покажется. Вот и поэтому я не хочу на себя брать такую ответственность. Может, вот я со знакомым многим разговаривал тоже, многие из-за этого не хотят. Говорит, вторую половиночку бы хотелось, но пока не готовы. Вот почему и мы одинокие, ядреныть, пока вместе хоть ядрено. Вот. Но есть и бабы, ядреные, такие с запросами. То, что если у тебя даже 100 тысяч денег, на нее даже копейку в лом потратить, потому что ты чувствуешь, что она с тобой только из-за денег. Вот про таких песня. Потом этот мужик, кстати, спел. Говорит, ну вы не уходите, говорит, товарищ, говорит, его Валерий звали, товарищ Валерий, вы не уходите, говорит, а сюрприз вы будете показывать или нет? Он хотел им сначала показать сюрприз. Потом думает, ну ладно, все-таки ОРТ, ёпты, спою песню. И спел вот эту, вот сейчас продублирую. Вот самая грустная песня на свете, которую я сейчас спою вам грустнее ее. Быть может, наверное, лишь детство мое. Херовое детство, детству хочется плакать, холодного пива, гребаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски, песню ансамбля с названием «Квин», бля, детство моего. Чистые глазенки съели вместо устриц, алчные бабищи мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего. Чистые глазенки. И потом, знаете, еще в конце это, как ее, ну, вот этот гуд. Ну и давай поженимся, как она в конце всегда передачу заканчивает, говорит, давай поженимся, а мужик из-за кулис орет, пошла ты, говорит, нахуй.